Всем здравствуйте. Хочу такое короткое видео снять, показать мою новинку. Приобрел я семена в этом году пассифлоры. Это растение, у которой плоды маракуйя. И как рассказывает продавец, плоды вкусные. И это такой сорт, там гибрид какой-то, сильно не вникал я, которые в наших северных регионах тоже может вызреть. Это где-то происходит в начале октября, конец сентября. Так что, ну, пока не попробуем у себя плоды, точно сказать не могу. У меня из 20 семян сейчас целых осталось 12 таких вот растюшек. Ну, не считая вот этот, который я когда снимал скорлупу, то оторвал листья. Он вроде зеленый, но понятно, толку с него не будет. Уже пошли настоящие листья. Уже по 4 листка. Не хочет фокусироваться. А уже по 5-му выгоняет. Ну и это то, что осталось у меня, сеял киви. Тоже уже пускает листочки, ну, то посмотрим. Так что будем пробовать и у себя в нашей местности выращивать такое растение. Да, его надо на зиму или укрывать, или же отрезать стебель и корень заносить, ну, допустим, в погреб. И если его начать проращивать раньше, занести в теплое место до высадки на постоянное место, ну, на летний период, то он и раньше зацветет, и, соответственно, больше шансов, что плоды вызреют. Но как будут расти дальше, по возможности я буду снимать видео. Всем пока!